Мы продолжаем выпуск. Проект государственной программы Ненецкого округа «Реализация региональной политики» обсудили на Совете по разработке госпрограмм. Программа направлена на укрепление нации и этнокультурное развитие народов России, поддержку некоммерческих организаций, развитие межрегиональных и международных связей и обеспечение региональной политики Ненецкого округа. Так, в 2015 году планируется продлить субсидирование некоммерческих организаций. Для реализации подпрограммы предстоит провести большую работу. Если на сегодняшний день с НКО, сферы деятельности которых является работа с коренными малочисленными народами Севера, все достаточно понятно, то с национальными диаспорами и национальными землячествами вопросы сохраняются. Их нужно организовать в некоммерческие структуры. Общая сумма финансирования подпрограммы на трехлетний период составляет 7 миллионов 814 тысяч рублей. На 2015 год 2 миллиона 333 тысячи. Многие мероприятия подпрограммы мы сможем реализовать без финансирования. Основные затраты – это предоставление субсидий и грантов некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества и сохранение и развитие традиционного образа жизни, письменности и культуры коренных малочисленных народов Севера. В целом, программа реализации региональной политики в Ненецком округе направлена на повышение имиджа нашего региона на всероссийском уровне.